Уважаемые друзья, здравствуйте! С вами компания КВИ Комфорт. Меня зовут Александр. Сегодня хочу вам рассказать немного о сплит-системах и их проблемах нашего региона. Одной из проблем в нашем регионе является то, что при начале работы, в начале сезона, скажем так, когда очень тепло уже становится, забивание наружного блока, радиатора наружного блока тополиным пухом. Ну, к сожалению, у нас их очень много, тополей в Волгограде. Вот. Самостоятельно крайне не рекомендую прочищать, для того, чтобы не повредить радиатор. Лучше вызвать специалистов, которые приедут со специальным инструментом, с мойками, парогенераторами и так далее. Данных специалистов можно найти на сайте www.kvnkomfort, либо по телефону 504-29. Спасибо большое. Это был Александр, КВИ Комфорт, всегда с вами. До свидания.